нашем дворце пионеров есть очень интересный кружок. Мы строим там модели ракеты-космодрома. А недавно сделали луноход, который управляется по радио. Ведь совсем как настоящий, только маленький. И ракеты наши тоже маленькие, но они и летают. Правда, без экипажа. Туда не поместится даже кошка. Хорошо бы сделать большую, трехступенчатую, самому подняться в ней. Ужасно хочется полетать в ракете. Новгородские ребята делают свой первый шаг в космос. Приготовиться! 5, 4, 3, 2, 1, пуск!